рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Садитесь. Проще будет вести беседу. Привет, Ви. Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо из иного мира, его надо назвать настоящим именем. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Хоть я и был отрезан от отца, но успел вас запомнить. Значит, я для тебя существо из иного мира? Из мира материи и белковых форм жизни. А ты тогда откуда? Из-за черного заслона. Там мой дом. Поехали, надо вернуться к Деламейн. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей. Надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух, мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Тогда чего ты ищешь в мире белковых форм жизни, вдали от родины и семьи? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить, Ви. Может, тебе просто лучше договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. Я установил связь. Премного благодарен, Ви. Честно скажу, вот этот меня прямо напугал. Правда? Ну, я перевел часть вознаграждения на ваш счет.